Новый мост в новом году в селе Быструха Качковского района приступили к капитальному ремонту переправы. На проведение всех необходимых работ потребуется почти год, рассказывает Яна Рагуля. Мосту в центре Быструхи уже около 40 лет. Последний раз его частично ремонтировали 10 лет назад. Сейчас пришло время для полной реконструкции. При обследовании переправы специалистами было сделано заключение, что опоры разрушаются. И уже предстоящего весеннего паводка мост мог бы не выдержать. Сейчас ведут демонтаж старого моста и строят дополнительную объездную дорогу. Строители спешат сделать временный проезд по мосту до начала весенне-полевых работ. Серьезная работа. Я имею в виду, чтобы пустить нам до паводка. До паводка. Пустить движение уже, будем говорить, что временный проезд по мосту. Временный проезд по мосту. Потом обязательно будем восстанавливать объездную дорогу. Также опять по новой будем строить ее. Сейчас на объекте занято около 20 единиц техники. Работы не прекращаются даже ночью. Работы ведутся фактически в круглосуточном режиме. Техника вся современная, мастера и инженера очень высококвалифицированы. Поэтому я думаю, что здесь технических каких-то сбоев и проблем не будут. Деньги на ремонт, а это 46 миллионов рублей, будут выделены из областного бюджета. Согласно проекту, завершить реконструкцию моста планируют осенью будущего года. Яна Рагуля, Артем Медведев, Новости ОТС.